Сейчас оплатить проезд в общественном транспорте можно различными способами. Карточки, брелоки и, конечно же, наличные. Теперь появился новый модный аксессуар – браслет «Умка». Им можно оплатить проезд в городских троллейбусах и автобусах, а также в маршрутных такси, которые подключены к системе ОСОП. Опознать такой транспорт просто. На них будет специальная наклейка проекта «Умка». Новый браслет предоставили широкой публике 24 ноября в конференц-зале Рязанского института филиала Московского политехнического университета. Пока существует не так много разных цветов этого аксессуара. Для студентов это желтый, для школьников – зеленый. Для этих социальных групп браслеты будут выполнять куда больше функций. Например, как пропуск на входе в учебное заведение. Пока сейчас интегрирован с проектом школьного питания у школьников, это будет просто аналог карты браслета. Браслеты уже готовы к работе. Стоить они будут 400 рублей. На данный момент существует всего 11 мест, где можно пополнить баланс браслета. Сделать это можно и через банковские аппараты. В общем-то, количество пунктов пополнения, скажу без ложной скромности, на наш город достаточно большое по сравнению с аналогичными проектами в других городах. Поэтому пополнить карту, пополнить любой носитель достаточно легко в нашем городе. Внедрение электронных способов оплаты проезда на транспорте – это современная реакция на общероссийскую динамику развития безналичных платежей во всех сферах жизни. На сегодняшний день оборудование для приема электронных платежей установлено на всех автобусах и троллейбусах, а также на 40% маршрутных такси. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».